Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас здесь. Вы рискнули в этот прохладный вечерок посетить замечательный совершенно клуб Алексея Козлова. Вот этот прекрасный зал. И мы постараемся как бы скрасить вот этот вот неприятный зимний какое-то вот ощущение неким таким пришествием весны долгожданной. Так что отправляемся в наше путешествие, которое будет называться, так и будет называться, путешествие в музыку. Thank you.
Thank you.
Мы летим к неизведанному острову. Thank you.
сейчас, это звучит довольно сложная композиция, которая, в общем, довольно сложно и называется, на самом деле, потому что она называется как бы «Окно в мир Вселенной» или «Система выживания». Thank you.
А сейчас такая легкая, можно сказать, легкая шутка. Непретенциозная такая. Я попрошу, если можно, вот такой вот цвет оставить, вот, пожалуйста. Thank you.
Итак, вот на этой счастливой ноте мы заканчиваем первое отделение. Небольшой 50-минутный перерыв. Хотел бы сказать следующим перком за свадьбу, но потом подумал, что мне очень уместно, мне кажется. Да. В общем, продолжаем наше путешествие. Это путешествие сейчас будет «Пятый океан». Thank you.
небольшого отдыха, отражение в зеркале времени. Thank you.
Я хочу вам представить двух моих любимых певиц, чудесные совершенно, потрясающие женщины, красавицы. Вот. Это Надежда Чапская и Анастасия Крашевская. Они любезно согласились помочь нам в нашем нелегком деле. А следующая песня называется «Here we are». То есть мы, в общем-то, мы все приехали, в общем-то. Thank you.
Превозвестником чего-то другого, иного, чего-то, может быть, даже еще и лучшего, может быть, еще даже и более доброго, более светлого. Вот. Но, тем не менее, эта вещь уводит нас вперед. Она называется «Highway». Thank you.
Thank you.
представлю участников нашего ансамбля. Бас-гитара. Евгений Степанов. Барабаны. Сергей Григорян. Саксофон. Олег Грымов. Две наши замечательные певицы. Анастасия Грашевская. Надежда Чапская. И я, ваш покорный слуга, Юрий Грашевский. Спасибо.